Биткоин – хороший или плохой бренд? Многие считают, что имя биткоин является непривлекательным. Гай Лепарш, партнер Blockstack, в своей статье «Биткоин имеет проблему с брендом», указал список причин, почему биткоин необходимо переименовать. Одна из многих причин – это значение названия – пластиковые монеты. Несмотря на это, Microsoft имеет в планах добавить символ биткоина в символы валют в Excel. Поделитесь в комментариях своим мнением о ребрендинге биткоин.